Группа «Орда» завоевала второе место на международном песенном конкурсе «Тюрквижн», который в этом году проходил в Стамбуле. Таким же результатом порадовал и 12-летний Турсынхан Еркын, получив еще и титул «Золотой голос». Несмотря на многолетний опыт работы на сцене и признание народа, для группы «Орда» «Тюрквижн» стал одним из самых сложных испытаний. Оказывается, это сложно. Потому что мы ни разу никогда в жизни вообще в конкурсах не участвовали. Нигде не участвовали. Может, поэтому группа не очень-то и рассчитывала на победу. К тому же в прошлом году Казахстан уже забрал главный приз. 2 года первое место, это было бы подозрительно. Мы радовались тому, что мы попали в 10-ку, в 5-ку, а потом, когда узнали в 3-ку, вообще был восторг, вообще бешеный, конечно. А вот Нуржан Керменбаев был абсолютно уверен в победе своего подопечного. Но спорить с мнением жюри не стал. Турсынхан Еркын также защищал честь страны в Стамбуле. В этом же конкурсе только для детей «Бала Тюрквижн». Азербайджан получил, но мы не думаем, что Азербайджан выступил на нашем уровне. Мы выступили лучше, достойно. Я как продюсер это могу выделить, отметить, сказать с достоинством. Думаю, второе место заняла сама песня, а вот «Золотой голос» я получил за свои вокальные данные. В этом году «Тюрквижн» собрал на своей сцене участников из 21 государства. Лимара Удасова, Мария Кузнецова, Ирлан Абдуалиев, «Ревю».